Когда выйдет в эфир шоу «Двойников»? Уже сняли первые выпуски? Вы довольны? Что за формат этого проекта? Вы знаете, шоу «Двойников» мы пока отложили, потому что у нас появилась идея по весне, мы хотели снимать его по весне, но у нас появилась идея сделать фабрику «Суперфинал». Поэтому мы помним об этом шоу, оно у нас по-прежнему в планах, но на 2011 год. Сейчас, конечно, все наши силы брошены на «Украину слезам не верит», потому что, ну, очень большой проект и очень много сил туда привлечено. А что будет представлять собой шоу «Двойников»? Это пока... Ну, скажем, определенного видения нет. Мы сделали первую прикидку, мы поняли, нам надо было оценить, насколько у нас есть люди, которые могут быть двойниками. В принципе, изначальная идея в том, что какие-то люди исполняют, скажем, песни или какие-то номера очень близко к оригиналу, там, скажем, Кайли Миноук или к Элвису Пресли. Причем, начиная от внешнего вида, заканчивая репертуаром и поведением на сцене. То есть мы кастингами мы определили, насколько у нас есть из кого выбрать. Ну, в принципе, идея такая, а как она будет выглядеть в окончательном варианте, мы пока отложили на 11-й год. Планируете ли покупать российский или украинский Comedy Club? Нет, не планирую. Comedy Club вообще не будет транслироваться? Нет, Comedy Club, мы с Comedy Club уже закончили. Одно время мы занимались украинским, но мы из этого сегмента ушли, теперь его показывают по сети. Как в новом сезоне изменится шоу «Подъем»? Кто станет четвертой ведущей? Опа, четвертой ведущей? Да, было несколько вопросов о четвертой ведущей. Честно говоря, для меня это новость. Наверное, имеется в виду новостейный выпуск. У нас «Подъем» станет разнообразнее, там будет больше видео. Мы поняли, что когда «Подъем» выезжает по регионам, то зрителям это наиболее интересно наблюдать. Поэтому в новом сезоне, скорее всего, «Подъем» больше будет выезжать, не просто сидеть в студии, но выезжать. Это раз. И во-вторых, туда добавятся новостейные выпуски. Я думаю, что он, наверное, имеется в виду это. И там будет отдельное ведущее, пока мы еще не решили, кто будет вести новости в «Подъеме». А все остальное, ведущие подъемные, остаются те же самые. Продолжение вопроса четвертой ведущей. Все четыре ведущих будут работать каждый день или разобьются на пары и будут чередоваться? Нет, на пары разбиваться ведущие не будут. Структура подъема останется та же самая, просто мы убрали дневной выпуск новостей, у нас был раньше в дне, а мы перенесли новости в утро. Теперь небольшими сегментами, там пятиминутные выпуски новостей будут выходить в рамках подъема. А остальная структура программы останется без изменений. Они не будут на пару.